мне нужно с тобой поговорить. Можно? А мы сейчас чем занимаемся? Может, в дом зайдем, чтобы не на улице. А что-то случилось? Случилось. В смысле? Я был влюблен в тебя еще с 5 класса, а ты была с ним. Я думал, что если вы расстанетесь, у меня будет шанс. Сам себе простить не могу. Уже 17 лет прошло, а совесть до сих пор грызет. Кать, прости меня, пожалуйста. Кать, ты меня прощаешь? Уйди!